Привет, друзья! Продолжаем наши монологи о нахлости. С вами Антон Поспелов из магазина «Фишбизнес» на Смольный 63Б, торговый центр «Экстрим». Очень коротенькие такие выпуски я решил посвятить отдельным моделям разных вещей. На самом деле, практически обо всем вы уже знаете, но чем порнушку смотреть, лучше про хороший товар посмотрим, да? Так вот, кроме всех рюкзаков Patagonia, Fishpond, Sims и так далее, тому подобного, специализированных, герметичных, на колесиках, есть простые рюкзачки, обычные. Ну, американские школьники с такими поклонники бренда Patagonia ходят в школу или в колледж. Я с таким хожу на работу. Ну, чуть побольше у меня, это новая модель. И эта модель называется Chacabuco. Да, такие у них всегда интересные названия. Chacabuco. Да, он 30-литровый. Как бы особенно можно не рассказывать, понятно, что он не влагозащищенный, ну и он стоит там чуть больше 100, фактически 100 евро. Вот, в общем, не дешевая история, безусловно, в Декатлоне вы купите дешевле однозначно, если вы поклонник бренда Patagonia, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Много раз говорили, что такое товар дешевый и чем он, почему он так дорого обходится и экономике, и экологии. Вот, не буду повторяться, имеющий уши да услышит, а не имеющих мозгов да выключит YouTube. Вот, здесь масса всяких, естественно, для отделений, для ноутбука, для планшета, для завтрака, для чего хотите, всякие висюльки, которые можно прикреплять, здесь что-то примотать, молнии, обычные молнии, вот сюда дополнительно что-то такое защищенное, вот как раз для планшетика, учебники, боковые карманы для водички, здесь для чешника, вот, немножко усиленная спина, но в принципе ничего такого специально выдающегося. И это, знаете, когда приходит, говорит, слушайте, мне просто рюкзачок, мы специально для этого заказали, просто рюкзачок, Chacabuco, Patagonia, приходите, покупайте.